35 лет назад был декабрь морозный, и вблизи Десногорска свершился успех. Был запущен на атомной станции новый, первый энергоблок САЭС. Подписали бумаги, перерезали ленту и захлопали в этот торжественный миг. Получилось! Свершился момент долгожданный. Слышен чей-то искренний радостный крик. Теперь в городах наших есть электричество, тепловая энергия тоже здесь есть, ее вырабатывается большое количество. Хватает на нас, на соседей, на всех. 35 лет прошло и пройдет еще столько же. Пусть развивается наша АЭС. 3 энергоблока уже запущены. Пусть теперь запускают 4, 5, 6. От души поздравляем мы тех, кого можем. Всех, кто с этим событием связан с судьбой. Мирный атом, мы верим и знаем, возможен. Осветил и согрел он весь шар наш земной. Пожелаем мы мира, добра и везения всем, кто с нашей АЭС связан 35 лет. Пусть светло и тепло будет всем поколениям. Пусть не знает никто в мире ядерных бед.